Добрый день, друзья! Мы находимся сегодня с вами в Приморском районе. Сегодня я расскажу вам про интересный жилой комплекс, который находится в этой локации. Возводит его застройщик Polis Group. Находится он на пересечении Нижнекаменской и Глухарской улиц. Первые три корпуса уже сданы, ключи выданы и жильцы заселены. Мы с вами посмотрим на примере уже сданных очередей строящийся последний четвертый корпус и посмотрим, что ждет будущих жильцов в нем. Ну что, в Polis на Комендантском? В основе концепции жилого комплекса заложены эко-идеи. Что это значит? Что внутридомовое пространство не будет диссонировать с той зеленой зоной, которая находится рядом с жилым комплексом. Застройщик даже сохранил те деревья, которые раньше росли на стройплощадке, дальше будут расти и радовать жителей города. Что еще входит в данную концепцию? В каждом дворе будет высажена новогодняя ель, что мы можем уже наблюдать на данный момент, и также применены ландшафтные дизайнерские решения. В освещении двора будут использованы солнечные батареи. Это очень приятно, что застройщик заботится об экологии и применяет данные фишки. За моей спиной находится многоуровневый паркинг. Это отдельно стоящее здание, которое состоит из 7 этажей, вмещает в себя более 1000 машин. Сейчас на данный момент двор открытый, но в будущем застройщик обещает жителям комплекса сделать территорию закрытую и свободную от машин. На этом все. Мы посмотрели с вами внутреннее благоустройство двора. Я предлагаю вам пойти внутрь здания, подняться в квартиру и посмотреть, что же там происходит. Что касается мест общих пользований, то они светлые, чистые, полностью выполнен ремонт. Стены оштукатурены, на полу плитка, в коридоре выведена электронная разводка труб, и уже под каждую квартиру в полу идет разводка к отоплению. Также счетчики прибора учета выведены в коридор, что тоже немаловажно. И дальше заходим с вами уже в квартиру и посмотрим, что ждет нас. Ну а теперь, друзья, мы попадаем с вами уже в конкретную квартиру, которую застройщик сдает с предчистовой отделкой. Предчистовая отделка, так называемый white box. Что она из себя представляет? Стены уже выровнены, штукатурены и готовы для дальнейшей окраски либо оклейки обоями. Пол у нас в стяжке и также дальше возможно уже постелить ламинат либо линолеум. Полностью выведена вся электрика, то есть установлены розетки, выключатели, установлены стеклопакеты двухкамерные, радиаторы с счетчиком и также входные металлические двери. В ванной комнате установлены счетчики горячего и холодного водоснабжения, что является также плюсом. Лоджия у нас остеклена и дальше готова тоже вот уже окончательный ремонт. На Комендантском у нас строится по проекту эко-кварталов. Мы специально благоустроили зоны для отдыха и для развлечений, сделали для детей детские площадки из эко-материалов, плюс у нас индивидуальный дизайн-проекты детских площадок от производителя датского Campen. Дети могут не только развлекаться на них, но и развиваться физически, а также развивать свое воображение. При этом на территории мы продумали спортивные площадки с тренажерами для взрослых, которые по своему уровню не уступают тренажерам в спортивных залах, поэтому наши жители могут спокойно заниматься спортом, не выходя за пределы жилого комплекса. В четвертую очередь мы также предусмотрели и детские спортивные площадки, они у нас будут находиться между корпусами, также наши дольщики смогут отдыхать, гулять и проводить время внутри ЖК. На первых этажах у нас сделана безбарьерная среда. Она предусмотрена для людей и с ограниченными возможностями, и мам с колясками. Новая концепция, которую сейчас используют большинство застройщиков для того, чтобы было комфортно жильцам жить в жилом комплексе. Друзья, а на этом все. Надеюсь, наш обзор будет полезен для вас, и вы сможете представить Polis на Комендантском своим клиентам. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете оставить их в комментариях под данным видео, либо обратиться ко мне и моим коллегам напрямую, управляющим по застройщику Polis Group. А чтобы не пропустить новые обзоры, подписывайтесь на наш YouTube-канал InMarket Pro. А я отправляюсь на свое рабочее место принимать ваши брони. Желаю вам успешных продаж и всего хорошего!